Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого, а смотрите продолжение партии за Римскую империю. Сделаем Римскую империю великой снова в Old World, в древнем мире. Подробности в первой серии, ссылка на нее в прикрепленном комментарии, там, точнее, на весь плейлист вообще. Переходите, смотрите. Сетевая партия, между прочим, против меня живые люди. Проверяем, как сетевой код в Old World работает. Ну и вообще, мне кажется, из последних новинок Old World одна из лучших глобальных стратегий. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Царица умрет. Ну, в первую очередь, надо армию уничтожать, а не город захватывать. Потому что город еще и захватывается долго. То есть вы не сможете его так долго удерживать и там, например, вылечить юниты. Уже умер второй приемный сын. Правда, он был уже в возрасте. Что-то не везет тебе на наследников. Так, мне, кстати, надо... Так, старший монах, везде монах-ученик. Мне нужен еще один миссионер, чтобы... укрепить религию. Что мы уже храмы построены, чтобы от храмов что-то шло. Значит, там на счастье надо будет взять... крепость, пока там люди ходят, где-то вот сюда надо. Цитадель, потом крепость. Это я смогу уникальные юниты свои строить, потому что легионера я могу только цитадель.
Собственно, вот, смогу легионеров строить. Может построиться в тестуда, это что такое? 20% бонус к защите от юнитов дальнего боя за ход. Угу. Ага, умер у меня чувак. Вообще не харизматичный, нифига себе, харизма минус 5. Злоба. Ну, вот и понос одолели, да, твою? Да. Нафига у него минус 5 харизмы. Да, злопамятная. Ну, там минус 2 всего, то есть она еще где-то минус 3 получила, ничего себе. Река, что ли? Так, ну тут надо город брать. Тут просто защиты, бараки, поэтому тут и стоим просто. Их нету смысла грабить там или еще что-то. Мудрость прокачаем. Будет злопамятный, но мудрый. Принять обычаи христианства. О, неужели я Египет нашел, наконец? Так, 800 цивиков, нормально. Так, смотреть, кого мы тут и куда назначаем. В Аквилею царицу, в Кордобу Гортень или... Не, Гортензию. Вот сюда, во Флоренцию. Принц-консорт, не, лучше вот этого нетерпимого. Или Госта, лучше Госта. А вот Авл. И вот эту праведную. Так, все, пока все. Сюда храм могу. Могу. Храм Святой Софии. Ну, хотя у меня ни цивиков, ни
Камня нету с другой стороны. Что-то интересное. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь
комментарии. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! А что этот национальный союз дает? Ну, как оборонка, короче, в цели. Египет отключился от сервера. Вот что он. Что-то пошло не так. Не, на самом деле, да, если кто-то объявляет войну, то... Ну, я просто уберу таймер, типа. Я думаю, у нас вот никого не выкинуло, типа, ждем подключения. Мне кажется, что приказов мне достаточно. Я бы лучше счастье от храма брал. Кордоба, Рим и Флоренция в зороастризме.
приказов. Он конкретно отходит, он даже не пытается биться за... А этого он тут оставил. Угу. Шпионов открыть. Так, зороастризм во Флоренции и Авентикуме. Видите, как я тут правильно стены в свое время построил? Очень даже помогли. Привел копье. Да, он тут что-то построил, типа рвов, наверное, еще. Тут у него более защищенный город. А что он тут строит? Амфитеатр? Очень нужен амфитеатр в этом городе. Больно было. Надо Нихен сначала взять. Это, конечно, тоже приоритетный город. Мне надо Нихен и вот этот город взять. Дальше уже вот такое. Так, а когда у нас этот три хода чудо достраивается?
Ну, у Вавилона армия вроде не концентрируется на меня нападать. Мне кажется, там у него с хеттами скорее. Терки. Чем со мной. Да, тут мне покоцал, конечно. Я думаю, сейчас надо туда сходить, добить ему юниты. О, крит прошел. Блин. Не видел, что там рабочий. Получается, у меня штурм чисто в рабочего только можно сыграть. Что ж не хватает-то? Надо лучше город будем атаковать. Так, а этот город стал моим, да? Надо решить, какому городу его отдать. А какой... Так, один ход до возможности. Тогда совет проведем. Рабочий здесь архив. Ого. Надеюсь, он сейчас скаутов хеттов замочит, вот эти ребята. Становится дотошной, становится обходительной. Интриган. Убийц отправляем. Блин, когда она уже умрет? Она уже старая давным-давно. И Фабием, наверное, отдаем этот город. Так, мы можем наши легионеров строить. Легионеров. Потом анагр. Блин, мы, может, этого слона сюда против варваров перебросить. Так, значит, у меня 10. У хеттов тоже 10, кстати.
Вавилона 7. 7 у Египта и 2 города у Греции. Да, блин. Мечник появился в тылу у меня. Ну, потому что у него бараки тут, поэтому он тут появился. Выстрел. 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 Точно, видите, вот этим скаутом занялись. Так, ну что у нас тут, по счастью? Жемчуг у нас. Давайте Юлием выдадим. А, это за захват города, кстати. Это мы... Тут он... Вот, у него жемчуг где? Это не, я... не, мой... не мной обработан, а захвачен в Кхасуте. Вавилон объявил войну хеттам. О, статус строителя. Так, друзья, тактик что делает? Будучи лидером, дальность обзора. Так, ну, тут война началась внезапно. Давайте строителей. Это минус к мудрости глобально, все но... Все уже заснули. В смысле? Так, а мы с Египтом давно воюем. А, да? А, да. А, серьезно? Нет, там другая. Да я тут обнаружил, что, оказывается, тут наготовилось нападение. Да никого, ничего не готовилось. У меня давно там юниты стоят. Вообще, я вообще, даже у меня в мыслях не было отвоевать. Странное нападение. Сейчас там Рим вырвется, пока мы будем тут разбираться. Уже. Так, нужны домики сначала. Что, только один домик в Флоренции?
Ну. Так, а где у меня еще нету религии моей? В Авентикуме. В Авентикуме. И в Кхасуте, кстати. Сюда надо. И что мы тут можем построить? Вроде он же это все построено. Почему он предлагается мне? Не, что мы можем тут строить? Вот библиотеку можем. Если получше, наверное, суд лучше строить. Хотя там тоже проблемно будет тогда. Нам тут надо какой-то городской район. Я бы, наверное, просто стрельбище построил. Точно. Так, три хода. И через три хода будем здесь храм тогда делать. О, бесплатная нагр. Гораздо слабее у Египта, но у Египта, походу, просто нету уже армии. То есть у грека больше армии. Вот греку бы сейчас на Египет напасть, чтобы в игре остаться хоть немножко. Кажется, грек собирается на меня нападать. Вот видите, у него... Ну, хотя она у него не стоит на якоре, чтобы переправляться. Но, в принципе, он готовится к этому, нет? Выглядит, как готовится. Но он тут пишет, когда на, поставлен на этот, на якорь. У него не стоит на якоре, то есть он не переправляется пока что. И не добил. О, нет, все-таки объявил войну. Но он не сможет сейчас, он следующим ходом только будет переправляться. Это просто жесть какая-то, у меня один юнит 4 уже убил, что ли. Звучит как читы.
Да это вот имбовая эта фигня хетская. Ну, это не то, что имбовая, но это мощная очень юнит получается. Прям жесть. Так, слушайте, мы, может, слону тогда генерала выдадим? Ну, так. Так, у меня будет 64 приказа. Но у него тут армия существенная. Я, правда, тоже в Риме строю. Ну так, мне нету смысла отвлекаться на его армию, пока война с Египтом. Ну, мне кажется, все равно грек, ну, ошибся, ему надо на Египет было нападать. Ну, а с другой стороны, ему отомстить мне хочется. Потому что его распил, я спровоцировал. Очевидно. А тут вообще меня грабят так нормально. Верблюдика не должны замордовать.
Мне война даже в пользу, потому что за счет эпоса я прокачиваю культуру своих городов и за счет этого получаю очки, понимаете? Даже если я не захватываю города. Даже если не захватываю. А я еще и захватываю. Давайте убьем так. Гидравлика, боевой строй. Вот архитектура нам нужна. Борьба лучше. Ну, то есть это рукопашные юниты. О, тут пошла атака. Так. Вот это следующим ходом не будет ходить. Оглушение он получил, потому что его ударил слон, который делает панику. А так как ему паника — это отход, а ему отойти некуда, этому юниту. Поэтому оглушение. Да, тут нам придется терпеть издевательства пока что варваров над нами. Так, я думаю, нам в первую очередь надо с греком будет разбираться. Если мне там Египет что убьет, это ладно, а вот терять город мне очень не хочется. Сначала этого лучника убьем, я думаю. Так, наверное, встану. Блин, варвары Тарсус берут.
Так, что там у Грека? Угу, убил он мне этого. Ну, отлично. Гоплит. Кстати, надо до конца этого вылечить, он в легион апается. Я не понимаю, вообще он не чинит сейчас. А. Еще не выкорчевана религия, да нет, вроде. А вот Авентикум, зороастризм. Да, вот тут я зря.
Че, у тебя еще вур какие-то варвары, что ли, появились? Кто это там такой? Да, беда не приходит одна. Так, тактик. О, плюс 2 уровня. Танца продар. Не-не-не, плюс 2 уровня счастья. Так, архитектуру открыли. Дальше нам надо. Так, вообще мы еще можем главу шпионов назначить. Вот этого. Так, теперь. Давайте здесь в Оассет внедряемся. И здесь в Вавилон. Так. Забыл. Ну, давайте прекратим гонить. А что-то никаких вообще штрафов. О, 4 пограничных клетки, да. Я лучше клетки хочу. Так, что нам там дальше по юриспруденции нужно? Ага, она просто не выпала, да? Так, чеканка монет, особняк. Гидравлика баллисту открывает. И а тут соборы. Давайте, наверное, соборы откроем. Или баллисту все-таки. Все-таки три хода. Давайте баллисту. Три хода. Баллиста — это крутой юнит. Так, где мы тут монастырь будем делать? А, он там делается. Нам вот тут нужен городской какой-то район. Так, и в Кхасуте нету нашей религии.
Ну. Фуф. Юнитов, конечно. Так. Да, Нихен, конечно, тяжело берется. Город с цитаделью. Это мне надо в Рим перебросить. Я же не ходил этим юнитом. А, тут зона контроля такая. Опа. Да, это правильно. Ну ничего. Аврелия Могучая. У меня доблестная. Египет, а у тебя какой славный, да? А у грека тоже славный. И у Вавилона славный. А, это уровень сложности, господи. Как у него, как посмотреть? А, вот тут Тутанхамон не готовый. Тутанхамон не готовый. Ни разу такого не видел. Так, распространяем христианство. Я соборы, походу, могу уже строить. Thank you.
Когда город поврежден, это невозможно ускорить. Ну, вообще правильно. Все правильно. Сюда, чтобы он уплыть не мог. Так, что сделаем? Давайте шпионом внедримся в грека. Можно украсть. Давайте попробуем. Так. Дары семье, наверное, не надо. У нас там все зашибись. Вот можно собрать войска. И у нас жемчуг лишний. Отправим в Аквилею. Хотя там третий уровень всего. Пятый уровень в Кордубе и пятый во Флоренции. Вот во Флоренцию лучше. Так, ну кажись, все. Так, тут надо будет сейчас спасать лучника. Кстати, знаете что, давайте мы в Никее восстановление поставим. На этом пока все. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут его поискать уже в плейлисте этого прохождения. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.